Вот мы идем в гости к фотографу. Здравствуйте. Ну покажите, пожалуйста, вашу студию. Пожалуйста. Смотрите. Ай. Какая красота. А как же ты ее поставила-то? Магия. На чем же она стоит? Ты ходишь по фону. Все, я прекращаю. Только темно. Да, фотостудия в Вене. Я даже себе представить такое не могла. Не то, что мечтать и тем более это реализовать. Сразу вспомнились наши ночи с красным светом, когда мы печатали фотографии. Фиксажи, проявители, закрепители. Я как Карлсон, который находится на крыше студии. Студия Кристины. Вот она. Кристина, можно пару слов? Пару слов твоим поклонникам. А почему ты выбираешь цветы и ракушки? Потому что ракушки бессмертные, а цветы смертные. И ты их соединяешь? Да. Что получается? Дуальная недуальность. Дуальная недуальность. Или недуальность рождает дуальность. Кристина Кулакова, Вена. Я знаю один из ваших планов. Какой? Сделать выставку летом. Да. Расскажите об этом плане. Вот я снимаю как раз для выставки. Наверное, добрая дочка. Я пойду в ракушку. С цветочком. Это улиточка. Вот.